привет! Вы на канале «Вяжем с Юлей Дахновой», и сегодня я бы хотела вам презентовать мое новое творение. Это детский свитерок. Вот. К сожалению, он весь в экран не влазит, но я так сейчас протяну, покажу основные моменты. Вот. Вот рукавчик. Ну, а сейчас я расскажу вам об этом всем поподробней. Так вот, свитерок, вот мне просто захотелось, вот из ниоткуда это слово взялось, вот честно, обычно там мастерицы привязывают к какому-то городу, событию, либо месяцу, погоде. Я его назвала вот просто жулек. Вот жулек, вот мне так захотелось жулек. Так вот. А вязала я Ализе Лана Голд Классик в 100 граммах 240 метров. Сразу начала вязать в две нити, поняла, ну, толстовато, правда, вот действительно толстовато. Тем более свитерок детский, вот так если на свет, ну, видно, он просвечивается, но из-за того, что состав у него 51% акрила и 49% шерсти, или наоборот. Ну, в общем, 50 на 50. Там один процентик, ничего страшного. Вот, вязала я регланом сверху. По поводу реглана, моя первая работа на самом деле, и вот видно косяки. Ну, изначально, когда провязала росток, то плохо затягивала, но потом уже вот дальше прям хорошо, прям мне нравится. Вот я сейчас вяжу себе свитерок, попозже скину тоже обзорчик. Там уже ни к чему не прикопаешься. Главное правильно подобрать количество петель, которые будут надо. Ну так вот, реглан. Набрала я... Я тут нарисовала немножко. Так, сейчас покажу. Вот. Набрала я 64 петли. 4 это у нас основные линии реглана. Вот они. Вот 4. От них я делала убавки через каждый ряд. На одном ряду сделала убавки, второй просто провязала. Опять сделала убавки, просто провязала. Вот. Сразу распределила все равномерно. То есть 64 минус 4 поделила на 3, раскинула по две части. Ну, данный мастер-класс не о вязании реглана. В интернете есть куча, просто куча мастер-классов по этому поводу, поэтому на этом я не останавливаюсь. Я сделала так. За 25, вперед 25, по бокам по 5. Того вышло на 60 плюс 4, 64. Начала вязать сразу по-другому, но вспомнила, что дети, голова разная у всех, проход, чтобы не давило в шейку. Ну, в общем, там же ж нюансов просто куча на самом деле. Так вот, реглан. 64 петли набрала. Высоту здесь к рукаву вы определяете сами, потому что у каждого же ребенка разный размер. И я вязала это на ребенка год и 2 месяца, а девочка достаточно росленькая и делала, ну, скажем так, на вырост, и чтобы под низ можно было что-то одеть из маечек, либо же водолазочку какую-то. Не стала заморачиваться с горловиной, потому что, опять же, тоже не нравится, неудобно. А это вот резиночка, буквально тут, наверное, 3 сантиметра. Все, мама осталась счастливая, довольная такая. Вот, еще я пришила сюда бирочку handmade. Вот. Вы знаете, на бежевом, цвет беж, кстати, почему-то я сразу не сказала, как я вообще могла. Вот, он, на камере он кажется белый, а на самом деле он бежевый. Так вот, длина рукава с подворотом 33 сантиметра. Без подворота 37 сантиметров, да, 37. Сделала подворот, потому что, во-первых, они же растут.
Растут как грибы после дождя на самом деле. И уже такая оплошность была, пришлось потом довязывать, перевязывать. Поэтому я решила сделаю подворот. С подворотом мне, кстати, нравится еще больше, чем без подворота. Так вот, длина. Длина самого полотна у нас получилась 38 сантиметров. На горловине 16 сантиметров, это у нас просто, а объем получился 32 сантиметра. В резинке объем получился, резинка, в резинке 44 сантиметра. Ну, то есть спереди 22 сантиметра, вообще вот замечательно. Но я же не могла сделать просто свитер, просто вот ровненький. Так, я сделала на подрезе такой жгут. Вообще, просто вот милашечный такой маленький жгутик 2 на 2. Вы можете сделать больше, вот неважно. Главное его выделить изнаночной петлей. Спереди и сзади. Все. А оно так красиво. Жалко, фотографии нету малявки в нем вообще. Ну вот просто лицевая гладь. И тут такой жгут. Вы можете делать высоту жгута, какую хотите. Я делала 4 ряда на пятом жгут. 4 ряда на пятом жгут. Все. Вот, ну вот, вот все. И связала я его там, по-моему, дня за 4. А вязала спицей четверка. Там рекомендуют 4, 4-5. Ну, я вязала 4, думаю, поплотнее. Вот, получилась достаточно хорошая плотность. Мне нравится, чем ализе теплая, теплая нитка. Вот действительно, я вязала с такого же цвета по мастер-классу Светланы Коломиец кардиган Джуна. Вязала я 46-й размер. Ой, вязала, вязала, как-то так сразу мне что-то там не нравилось, не нравилось. Конец шикарный и такой теплющий кардиган просто получился. Ну, ладно, сейчас не об этом. Так вот, резинку вязала 2 на 2. Простая, в интернете все есть. Если кому надо будет, я запишу мастер-класс, пожалуйста. Так. По поводу рукава. Как я уже говорила, рукав составил 37 сантиметров без подворота. Убавки. Убавки на нашем рукавчике. Делала убавки на каждом четвертом ряду. Вот с внутренней стороны, то, что подрез мы сделали. И здесь начинала делать убавки. Убавки, 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 убавки делала почти до конца. Ну, вы там уже сами посмотрите по размеру ребенка. Вот, убавки. Убавки делала на каждом четвертом ряду провязанном по 2 петли. Почему по 2 петли? Когда делаешь по одной петле, начинает крутить рукав. Крутить рукав, просто его вот так вот закручивает по 2, по 2. Между ними оставляю 2 петелечки. Вот 2 убрала, одна у меня там провязанная. Точнее, 2 провязала тут, убрала. По убавлению петель тоже мастер-класс либо запишу, либо посмотрите, их тьма. Тьма их на самом деле. Вот. А вязала я же еще ж горловину укороченными рядами. Так, как бы так показать? Спина есть спина. Ее надо делать больше всегда. И вязала укороченными рядами по 5 петелечек. Возвращаюсь. Возвращаюсь, возвращаюсь. Я вязала до реглана. Знаю, что нужно и провязывать еще рукав тоже укороченными рядами. Ну, я не стала, думаю, посмотрю, как оно получится. Ну, вот чуть-чуть, да, его подняло, но вот как оно мне не нравится, гадость такая. Но в целом ничего, неплохо.
Подрезы. По поводу подрезов. Подрезы я оставляла по 6 петель. Для того, чтобы как раз получился у меня тут узор по 2 петелечки край и 4 петли у меня жгут. 6 петель и 6 петель, соответственно, набрала потом в рукав. Зачем подрез? Подрез делается для того, чтобы, когда вы поднимаете вашу руку, не поднималось все тело туда вот так вот, не поднималось. А так вы подняли руку, все, а это все остается. Очень-очень так удобненько получается. Ну, пока на этом все. Надеюсь, свитерочек будет греть малясика. С вами была ваша Юля. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда отвечу. Пока-пока.